расскажем про моральных уродов, которые копают ямы на дорогах. А мне пофиг, я такую яму перепрыгну. Да мне тоже пофиг. А что же делать мне, когда я иду со свекровью, веду ее под руку, а она весит 120 килограмм, еле идет, для нее эта яма целое препятствие. А сейчас мы покажем, зачем эту яму выкопали. Для этого пройдем 200 метров. Еще один моральный урод подрабатывает тем, что вывозит строительный мусор у жителей деревни и дачных поселков и сваливает в лесу. Ладно бы еще он хоть в одно место сваливал, так он же сваливает везде, куда проехать может. И, собственно, против него выкопали эти ямы. Мы проверим, помогли ли ямы на дороге. Вот еще одна яма. А в нескольких метрах от этой ямы... Ну, а вот еще куча мусора. Вот одна куча мусора. Вот другая куча мусора. Ну, этому же моральному уроду глубоко пофиг, где мусор сваливать. И здесь яма не поможет, потому что придется тогда перекопать единственную дорогу, ведущую в населенный пункт. Поэтому вдоль всей этой дороги лежат кучи мусора. Ну, а вот оно, решение проблемы. Выкопать яму, сваливать в нее мусор в течение всего летнего сезона, а потом эту яму закопать. Так делали лет 40 назад, и в лесу было гораздо меньше свалок мусора. Но, к сожалению, к власти пришли третьи моральные уроды. Они называются экошиза. Которые запрещают копать ямы и сваливать туда мусор, и потом засыпать все это дело землей. По их мнению, это очень вредно для экологии, но в результате их действий вреда для экологии больше, потому что мусор сваливают исключительно на обочинах дороги повсеместно, потому что нельзя его просто зарыть в землю. А всем пофиг. Ну, раз всем пофиг, то и нам пофиг. Но решение проблемы, проверенное временем, мы вам рассказали. Выкопать яму, в течение сезона сваливать в нее мусор. И в конце засыпать землей. Ну и пофиг, что пластик он не перегнивает, песок не перегнивает, глина не перегнивает. Но зато не валяются пластиковые бутылки по обочине дороги. И еще не появляются другие моральные уроды, которые копают на дорогах ямы. Естественно, эти ямы не помечены никаким знаком. В темноте их не заметить, и можно покалечиться как пешеход, так и автомобиль. Ну всем все пофиг. Ну, а мы так живем, и нам пофиг. А сейчас под нами находится мусорная яма, в которую в течение 10 лет подряд непрерывно сваливали всякий мусор. Небольшое углубление осталось, но экошиза запрещает зарывать бытовой мусор и строительный мусор в землю. Ну, вот и получают кучу мусора вдоль всех дорог. Ну, а мы пофигисты, нам пофиг, мы ко всему приспособимся. А где-то тут была еще и табличка, что перед тем, как выкинуть мусор, скажи «хрю», «хрю». Ну, а ее убрали, потому что все хрюкали и с чистой совестью выбрасывали мусор. А куда его девать? Вывозить на свалку официально астрономически дорого. А те, кто живет около свалки, требуют ее закрытия. А все жители близлежащих мест встанут горой, но только лишь бы не построили рядом мусоросжигательный завод. А зачем сжигать мусор, когда можно закопать? Так и не разрешают закапывать. Пока будешь яму копать, тебя застукают, оштрафуют. А если мусор свалить быстро, когда никто не видит, то нормально. Это безопаснее в разы. И все так делают. Это делают не жители, а мигрант, с которого все равно штраф не возьмешь, ему терять нечего. А жителям им пофиг, кому деньги заплатить, им надо, чтобы с их участка мусор вывезли. А кто вывезет, куда вывезет, им глубоко пофиг. И хрю.